Про цьогорічний опалювальний сезон у Дніпрі говоримо із нашим гостем, заступником міського голови із питань житлово-комунального господарства Михайлом Лисенком. Я вас вітаю, пане Михайле. Скажіть, будь ласка, яка взагалі картина опалювального сезону 2016-2017? Добрий вечір. Начало отопительного сезону – це один із найсложніших періодів в роботі житлово-комунального господарства, який требує серйозної підготовки, серйозних вложених средств и серьезной продолжительной работы. То есть объективно на сегодняшний день город на 100% готов к отопительному сезону. Со вчерашнего дня мы начали интенсивно подключать все дома. Я думаю, жители многих микрорайонов это уже оценили. Большинство к системе отопления. В настоящий момент у нас существует незначительная проблема исключительно по жилмассиву Тополь. Там у нас был в одном месте поврежден, а в другом месте был похищен кабель. В настоящий момент у нас проходит уже завершение монтажных работ. Я думаю, к ночи, к 3-4 часам утра мы уже сможем подать теплоноситель. Согласно нормативам, мы видим, что среднесуточная температура пока еще не опускается ниже плюс 8. У нас гидрометцентр дал сегодня 9,7. Поэтому, то есть, тем не менее, мы наполнили всю систему. Она работает в таком температурном режиме, при котором еще не срабатывают счетчики, которые установлены у жильцов в подвалах. То есть теплоноситель подается в таком температурном режиме, чтобы он циркулировал, но тем не менее не начислялась оплата за поставленное тепло. А скажите, пожалуйста, вот эти 12 объектов, о которых говорилось в сюжете, и вы на пресс-конференции об этом говорили, которые якобы могут остаться без отопления, вы называли районы, что это за это предприятие, это жилые дома, и шансы есть у них на отопление? Шансы у них появились буквально вчера. Честно говоря, это абсолютный, тотальный просчет и некомпетентность руководителей двух районов, это Жовтневого и АНД районов. То есть они полностью упустили ситуацию из-под контроля. Мэр поставил четкую задачу наладить отношения, то есть и уже в настоящий момент получены лимиты тому предприятию, которое не могло получить это. То есть город занялся этим вопросом, и все без исключения, включая этих 12 злополученных объектов, все у нас без исключения будут с теплом. А вот до какого числа мы все точно будем, по крайней мере, квартиры, все точно будут с теплом. С 13 числа стартовал отопительный сезон. До какого числа это все будет происходить? Будем говорить так, устанавливаем для себя такой дедлайн, это максимум 17 число, это самый крайний срок. Однако у нас большинство объектов уже запущено, то есть на сегодняшний день это порядка 87%. Вот по поводу утепления теплотрасс, их будут до декабря, правильно? Я не ошибаюсь. И в декабре, мы увеличили финансирование, скорее всего, это будет и январь, и февраль. В списке есть ли улица Магдалиновская? Есть улица Магдалиновская. Общая протяженность трасс, которая требует замены изоляции, порядка 270 километров. Это только по территории города. То есть эти работы будут выполняться в октябре, в ноябре, в декабре и в январе. То есть эти работы могут выполняться в любое время, при любых погодных условиях. И хотел бы еще обратить внимание жителей, чтобы на упреждение сработать, мы будем утеплять только исключительно трубы, по которым подается теплоноситель. То есть это подача и обратка, две трубы. Рядом идет третья труба, по которой когда-то подавалась горячая вода. Для того, чтобы пресечь заранее все жалобы и остальное, мы эту трубу утеплять не будем, чтобы жители потом не говорили: ой, посмотрите, они две утеплили, а эту вот они и оставили. То есть мы утепляем только та труба, по которой когда-то подавалась горячая вода, она утепляться не будет. Я вот слежу за вашей деятельностью в Фейсбуке. Топ-вопрос – ремонт крыш. Будут ли они еще ремонтироваться, и куда можно, есть вопрос, а куда можно записаться на ремонт крыши? Что посоветуете, куда звонить, куда бежать? Звонить никуда не надо, то есть людям достаточно написать заявление. То есть это прежде всего касается тех жителей, которые нуждаются в ремонте. Это не только кровля, это и ремонт лифтов, и ремонт подвалов, и ремонт лестничных клеток, и межпанельные швы, и все остальное. То есть людям необходимо просто ставить заявление на имя мэра и принести в горсовет, в 421 кабинет, мою приемную. Хочу обратить внимание, что это в первую очередь распространяется на дома, которые не являются ОСМД и ЖСК. ОСМД и ЖСК финансируются по отдельной программе на учете софинансирования. То есть часть денег дает город, часть делают они. Также хотел обратиться ко всем жителям, что вот до 1 числа они должны принести заявление в произвольной форме. Я такая-то, прошу отремонтировать то-то. И принести до 1 ноября в любой рабочий день с 9 до 5 часов вечера. Очень хотел бы обратить внимание заранее всех жителей, это очень важно. Люди, которые подадут заявление,
они будут включены у них в титульный список. До того момента, пока им не выполнят этот ремонт, они не могут, они не должны создавать ни ОСМД, ни какие-то либо другие формы собственности. Если они создадут ОСМД, они будут сняты с финансирования, поскольку у нас финансируется ОСМД совершенно по другой статье расхода. То есть вы написали заявление, пока вам полностью не выполнят ремонт, о котором вы попросили, пожалуйста, не создавайте ОСМД, в этом случае мы не сможем вас финансировать. ОСМД надо создавать, но только после того, как городской совет выполнит весь объем работ, о котором вы попросили. Расскажите, вот есть же заявление жителей, которые, а мы писали, а мы год назад, а мы 2-3 писали. Скажите, пожалуйста, заявка на 2017, она в 2017 должна будет выполнена быть. А скажите, ну есть же огромное количество людей из списков, которые, ну так сказать, ну выбрасывались из списков и не ремонтировали там ничего. И люди повторно должны писать заявление? У нас в 2016 году мы отремонтировали порядка чуть более 500 кровель. То есть эта сумма... Количество кровель, которое было отремонтировано за этот период с 15 по 5 год, то есть за 10 лет мы сделали один объем, то есть 500 кровель, раньше делали за 10 лет, 500 кровель мы сделали за этот год. В следующем году сделаем еще больше. И я понимаю, что люди раньше отдавали заявления, они непонятно куда-то девались, их выбрасывали, перекладывали со стола на стол. То есть учитывая острость этой ситуации и задачу, которую мне поставил мэр, я лично под контроль беру самый ремонт. Я всем жителям заявляю, что все заявки, которые лично я получу, будут под моим личным контролем, и все они будут выполнены в период 2017 года. И те люди, которые говорят, что вот нам говорили, мы в настоящий момент находимся в списках, на нас там вроде бы запланированы деньги, а нам ничего еще не делают. Я всем людям напоминаю, что у нас до конца года еще 2,5 месяца. И, как правило, в первую очередь мы сделали мягкие кровли, которые требовали определенного температурного режима. Жесткие кровли мы можем ложить практически при любой температуре, и при температуре минус, и при температуре там плюс 5, при любой. То есть основной акцент у нас был на мягкие кровли, сейчас переходим к жестким кровлям. Планируем все ремонтные работы закончить где-то до 20 декабря. Скажите, пожалуйста, вот в каких районах уже есть тепло и почему, и следующий вопрос, почему ветхое и аварийное жилье, кровли там вы не ремонтируете совершенно? У нас есть тепло практически во всех районах, за исключением, я говорил, у нас есть проблема с некоторой частью жилмассива Парус и с некоторой частью жилмассива Тополь. Это чисто технические проблемы. Ну, будем говорить, мы летом купили новое насосное оборудование, у нас не было возможности его испытать, поскольку система была пустая, сейчас мы их запустили, бывают где-то какие-то определенные проблемы. Где-то у жильцов на 9 этаже воздушная пробка после того, как промывалась система. Жильцов 9 этажа нету дома. То есть, ну, если это чисто текущие вопросы. И если анализировать заявки, у нас на нашу диспетчерскую службу в среднем поступает в обычный день это порядка 600 обращений. В начало отопительного периода где-то в заявок в день поступает порядка 2,5-3 тысяч. То есть это первые несколько дней, люди жалуются, вот у меня в кухне там стояк горячий, а в зале холодный. Реагируем на все обращения, понятно, их количество большое, но тем не менее стараемся на все обратить внимание. К форс-мажорам вы готовы? Это последний вопрос. Готовы к любым форс-мажорам, без исключения, никаких проблем не видим. Страшный вопрос для всех нас, веерные отключения. Нам это грозит или нет? Нет, не грозит. Скажете? У нас достаточное количество и денег в городском совете, и у нас достаточное количество лимитов, у нас достаточное количество подготовленные работы, мы подготовились к этому, веерное отключение нашим абонентам не грозят. Может быть, они грозят каким-то другим областным, я даже не думаю, другим городам, но города Дніпра это не коснется. Спасибо большое. Отже, дякую. Я нагадую, ми говорили про опалювальний сезон 2016 із заступником міського голови Михайлом Лисенком.